Огромные пробки каждое утро сковывают микрорайон Цветы. Виной тому новая местная школа, которая установила рекорд по первоклассникам. В ней 16 первых классов. И всех детей помладше родители стараются подвести прямо к воротам школы, а узкие дороги этого густо населенного высотными домами района на такое не рассчитаны. Каждый день из окна вижу. Каждое утро и каждый вечер. Машины подъезжают сюда, высаживают детей непосредственно возле калитки и отъезжают. Естественно, домой приезжаешь, если поздно, припарковаться достаточно сложно, потому что все стоят, ждут детей. 16 первых классов. 416, по-моему, у нас первоклассников. Привозят, да, дети, которые, например, из каких-то соседних районов, которым удалось сюда попасть на вакантные места, да, их привозят на машине. Ну, можно и с той стороны пройтись, и с той стороны пройтись, везде можно пройтись. Не обязательно просто сюда подъезжать, прям вот непосредственно у калитки надо высадить ребенка, а не за 100 метров. То есть пока вот они вдоль дома стоят того, они не высаживают детей. Каждый подъезжает, останавливается, высаживает ребенка, уезжает. Причем дети уже такие достаточно взросленькие выходят. У них неприподъемные портфели. Поэтому зачем? Пробка создается. Ну, не так уж она и создается. Потому что здесь быстренько раз вышел и повел ребенка в школу. Они сейчас становятся за 200 метров. А потому что мы опаздываем. Ну, на самом деле, так удобнее. И даже, наверное, быстрее, чем искать там парковку, потом идти до школы. Так что не будем мешать следующим детей. Многие жители... Им достаточно сложно, я так понял, из соседних домов довести пешком своих ребятишек до учебного учреждения. Все едут на автомобиле. Надо ходить больше пешком, конечно, и тогда трафик здесь снизится, потому что мы с утра не можем выехать на работу из-за этого. Район большой, загружен, поэтому и мы с машинами проблем, особенно около школы, конечно, или около детского садика с утра. Собственно говоря, просто есть у нас, конечно, умники, которые бросают машину посреди дороги. У меня не было 3 секунды, давайте не будем. Пробка создается. Мимо меня проезжают машины, я не создаю пробок. Вы же знаете, сколько здесь народу учится, поэтому все на машинах привозят детей. Они тут паркуются везде, как попало, что потом выехать крайне проблематично, за счет того, что они перекрывают единственные там две полосы. Вы сами видите, вы сейчас утром здесь находитесь, вы видите, с двух сторон стоят автомобили, поэтому, наверное... Есть объективное объяснение тому, почему здесь определенная пробка выстраивается. Но все дальнейшие комментарии вы можете получить, наверное, в других организациях относительно организации дорожного движения. Кстати, в мэрии и в центре организации дорожного движения нам сообщили, что никаких мер, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию с пробками, они предпринять не в силах. Дело в том, что все эти дороги являются дворовыми. Каждая из них размежована и принадлежит какому-нибудь конкретному ТСЖ или конкретному многоквартирному дому. А потому решение о введении каких-либо запретов или организации там движения должны принимать конкретные жители конкретного дома.